Велосипедист нашел на дороге измученную собаку и позвонил в полицию, а там начали смеяться. Мануэль Дельгадо увлекается шоссейным велоспортом и на своем велосипеде объехал почти всю Испанию. В тот день он катался по гористой местности, когда за одним из поворотов увидел, что посреди дороги лежит большой черный пес без признаков жизни. Мануэль испугался, что его сбила машина. Остановился, подошел ближе. Пес никак не среагировал, но было заметно, что он дышит. На ошейнике парень заметил надпись. Там был номер телефона и имя пса – Тизон. Мануэль сразу же перезвонил, но никто не ответил. Был включен автоответчик. Тогда молодой человек набрал номер местной полиции и рассказал о случившемся. А там начали смеяться. Потрясенному парню объяснили, что с собакой все в порядке. Это он просто притворяется, чтобы его люди пожалели и угостили какой-то вкусняшкой. Полицейские посоветовали Мануэлю спокойно ехать дальше. По их словам, Тизон ежедневно устраивает такие спектакли. Как только парень отошел к своему велосипеду, хитрый пес сразу ожил, встал, подошел к человеку и с трагическим вздохом, мол, вот от голода умираю, рухнул на дорогу снова. Мануэлю стало смешно от такой бесхитростной наглости, и он, конечно, угостил великого дорожного артиста своим бутербродом. Очевидно, что многие проезжающие мимо старались подкормить бедную собачку. Некоторые даже забирали его с собой, но после первой же трапезы пес просто сбегал и возвращался домой. Мануэль таки связался с хозяевами Тизона. С разрешения хозяев Мануэль поделился этой историей в интернете, а Тизон уже стал испанской знаменитостью. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш канал. Там вы найдете еще много интересного.